Здравствуйте! Сегодня у нас проходит акция «Мы за безопасность дорожного движения», приуроченная ко дню ребенка. Пожалуйста, пристегивайте своих детей и возите их в автокреслах. Спасибо большое вам. Спасибо. А также буклет, которого ознакомитесь, посчитайте, там все написано. Спасибо большое вам. Сотрудники ГИБДД не только наказывают водителей, но и поздравляют. Юные инспектора движения вместе с дорожными полицейскими на улице Лежневской дарили водителям воздушные шарики и информационные буклеты о правилах перевозки детей в транспортных средствах. Сегодня здесь собрался весь мой класс. Мы держим табличку большими буквами «Мы за безопасность на дорогах». То есть они написаны большими буквами, чтобы все водители видели и были бдительнее на дорогах. Водители подарки с удовольствием принимали и клятвенно обещали школьникам правил не нарушать и использовать для перевозки несовершеннолетних удерживающие устройства. Акция приурочена к Международному дню детей. Этот праздник создан для того, чтобы взрослые заботились о благополучии несовершеннолетних в разных сферах. Сотрудники госавтоинспекции сегодня обеспокоены профилактикой ДТП с детьми-пассажирами. За 10 месяцев этого года в городе Иваново произошло 92 ДТП с участием детей. 97 детей пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП увеличилось более чем на 10%, количество пострадавших в них детей более чем на 7%. 45 несовершеннолетних получили травмы различных степеней тяжести. Родители часто недооценивают значение удерживающих устройств, полагаются на собственный водительский опыт. Тем не менее, в большинстве случаев в ДТП от серьезных повреждений малышей спасают именно детское кресло или фиксирующее устройство. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.